Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к бездомным животным, которые гуляют по улицам нашего города? Ну, я бы хотела, чтобы их приюты забирали. Как-то так, никуда, куда же еще девать-то? Приют? Существует в городе Азоми питомник для бездомных животных, где можно... И сейчас закон есть в Российской Федерации, что нельзя без присмотра оставлять бездомных животных, собак, кошек. Я вот прихожу на рынок в общественное место и вижу собак, и у них там расцветка идет в ухе, желтая, зеленая или красная. То есть собака уже прошла прививки от бешенства, она небезопасна, они добрые как бы. И находятся как бы, ну, друзья наши меньшие как бы тоже под защитой. Как относимся? Относимся по-разному и все. О том, что у нас, когда кормим собак своих, чужие прибегают. А вот то, что собаки бегают на улице, как вас это смущает, настораживает? Настораживает, честно. А какой способ для вас более гуманным, вот, чтобы не было вот собак, как бы поменьше их? Вот стерилизация или как раньше их? Стерилизация. И все тогда они меньше кусаться будут. Я очень люблю собак, животных, в принципе, поэтому я не боюсь. Всегда подкармливаю, когда есть возможность, поэтому почему нет? Как вы считаете, есть ли способ, чтобы собак было меньше по городу? Что в этом случае нужно сделать? Кастрировать просто. Лучше кастрировать. Отлавливают Джонас Феникс, вот, и стерилизуют. Вот, в принципе, это единственный способ получается. Вот скажите, по нашему городу бегают собаки. Они вас как-то смущают или вы не обращаете на это внимания? Нет, ну, безусловно, смущают. Это явная проблема. Насколько я знаю, у нас же сейчас животных нельзя умерщвлять. Да, то есть есть отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Но большой вопрос в том, нам добросовестно ли подрядчики осуществляют эту работу. Это раз. Ну, а второе, не будем забывать, какие у нас люди, сколько животных все равно выбрасывают на улицу. И они продолжают бесконтрольно размножаться. Ну, если они не агрессивные, не пугают. Ну, а вообще мы против. Я против, да, нападают они на детей. Мы так против. На взрослых-то боятся, они на детей нападают. Раньше была эвтаназия, сейчас стерилизация. Вы за что больше проголосовали бы? Не знаю, не думал об этом. Ну, вообще, пусть кто их выращивает, как-то... Людей, ответственность. Ответственность к людям, кто их вообще, этих собак, держал, держит. Куда он, как он их выкинул. Вот к ним всю ответственность надо. Ну, кто собак завел и выкинул. Ну, вот. Наверное, лучше пусть эвтаназия будет, чем стерилизация. Я так считаю. Ну да, стерилизация сильно не поможет. Поэтому... Они все равно будут это ж ходить и нападать, может, еще агрессивнее станут. В нашем городе очень много бездомных животных. Как вы к этому относитесь? Очень отрицательно. Я считаю, что они, как и люди, заслуживают внимания. Вот. Ну и я думаю, что людям надо относиться более ответственно. Считать, что это живые существа. И всячески помогать. Вот ни в коем случае не обижать.